Программа «Доступный кредит» для малого и среднего бизнеса станет приоритетной на Дальнем Востоке. Финансирование проекта будет вестись за счет Фонда развития Дальневосточного округа и Байкальского региона. Об этом сообщил вице-премьер Юрий Трутнев во время заседания подкомиссии по вопросам реализации инвестпрограмм. Трутнев отметил, что приоритетным станет и возведение жилья для сотрудников строительного комплекса «Заря» – «Звезда». Деньги также направят из фонда. В совещании принял участие и глава Якутии Егор Борисов. Второй проект, он относится ко всем субъектам Российской Федерации, расположенным на Дальнем Востоке. Это проект, связанный с программой поддержки малого и среднего предпринимательства. Сегодня у нас существует корпорация развития малого и среднего предпринимательства, но, к сожалению, на Дальнем Востоке она практически не работает. Она предоставила, вот сегодня мы об этом говорили, то ли два, то ли три кредита. И одна из основных причин, что деньги предоставляются только объемом свыше 50 миллионов, а очень часто человеку не надо 50 миллионов для того, чтобы начать бизнес. Это вообще-то много, 50 миллионов для человека. Обычно кредиты, вот мы сейчас смотрели, они там могут быть 15, 20, 30, 35 миллионов, и они все выпадают из этой программы. Вот продукт, который мы сейчас анонсировали, может предоставлять кредиты меньше, он предоставляет их на более длительный срок, до 10 лет, корпорация представляет до 5. И, конечно, в этих кредитах, в этом продукте заинтересованы все субъекты Дальнего Востока, в том числе и глава Якутии об этом тоже говорится.